Я сегодня готовила плов. У меня печное отопление, и сейчас я вам покажу, как оно было приготовлено. Я растопила печь дровами. В казанчик налила масло, нащенкованный лук насыпала, обжаривала его. Потом положила брикетик нарезанной морковки с морозилки. Она вот так растаяла и начала обжариваться. У меня еще чеснок был нарезанный. Я тоже положила. Вот так все это обжаривалось. Вот. До полуготовности. Также у меня в холодильнике была отварная кусочки курятины, и я вот так смешала вместе с луком, с морковкой и с чесноком. Все это хорошенько мешала. Я приготовила 3 стакана риса для того, чтобы потом промыть и насыпать, когда будет все готово. Вот так. Я положила ложку зры, ложку специй, там у меня смешано все, и перец, и разные смеси. Вот так все это насыпала в казанчик. Соли ложку, ну, ложки не хватило, потому что было не соленое, я еще пол ложки насыпала, так что сразу можете полторы ложки насыпать соли, потому что так она не будет соленая. Вот почти готов плов. Все это обжарилось. Он еще стоит на огне, потому что должен еще подойти плов. Я просто показываю, как он приготовился. Вот так-то. Приятного аппетита, как говорится. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.